trust it to you. No matter what? No matter what. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон. Мы продолжаем проходить шикарный Brutal Legend. На этот раз у нас на очереди девятая часть моего прохождения, где мы продолжим победоносную атаку на владение Lionwhite. Посмотрим, что же получится. Итак, дорогие друзья, продолжаем мы проходить шикарный Brutal Legend. Вспомним, что было в последней части, а в последней части мы раздобыли оружие для наших Роди, и теперь у них есть шикарные звуковые системы, которыми они могут атаковать врага. Ну и теперь, конечно, нам нужно продолжить атаку на генерала Lionwhite, безусловно. Давайте посмотрим, что у нас находится. Ух ты, какой грохот. Где мы находимся, что у нас находится поблизости. Есть миссия Riding the Death Rack. Это мы делали. Это все мы делали. Какие-то одинаковые атаки. Где бы новые-то найти, а? Это все одно и то же. Вот. Deer, Chase, Place. Ладно, посмотрим. Посмотрим эту миссию позже. А сейчас давайте как раз отправляться к нашей основной миссии. То есть ее, конечно же, продолжать. Вон наш свет прожекторов. И мы отправляемся туда. А пока мы едем, насладимся роком. Так, мы прибыли, и давайте начнем нашу миссию. All right, are you people ready? Yeah, for like an hour. How about you? И мы тоже готовы. Totally ready. Bring on the impalement. First off, we're gonna kill that tower. Which one exactly? Итак, нам нужно сделать выступление на пронзающую. Пронзающая башня. Итак, нам нужно отправлять, видимо, наших Роуди при помощи наших способностей. Ага. Способностей световых лучей из ниоткуда. Я думаю, сюда, да? Ага. Ха-ха-ха. Забавно. Так. Ага, отлично, приказали. О, наши Роуди. Как они все ломают. При этом они невидимые. Потеха. Круто, они звуком ее ломают. Yes. Unless, of course, they start mounting those fuckers on the walls. Damn! Well, maybe we can sneak past them. Together. You know, I used to be pretty stealth back in my day, too. Oh, yeah? Why don't you jump up on this stack and see if you still got it? Так, запрыгнуть на Роди. Yeah, мы тоже станем невидимым. Круто, мы тоже стали невидимыми. А, нам нужно просто через них пройти, что ли? И все? Видимо, да. That thing looks like it's controlling all the wall-mounted impalers. Oh, you think so? Hey, sorry. It's my first time in the cleave, okay? Так, и, наверное, что? Нам нужно их атаковать, конечно же. Безусловно. Боже, как эта штука может быть невидимым? Да, это, конечно, полный абсурд. Bro, I don't see what you're so worried about. Well, ну, I mean, а теперь мы должны, видимо, уже сами пройти и уничтожить их, да? Thanks, bro. I got more of a problem with. Так, и как нам их отсюда? Воу, ха-ха. Time to take out the next tower. Итак, нужно идти к другой башне. Я так понял. Ага, проход открылся. И теперь нам надо
Угу. Так, направить луч на башню. А, мне нужно сделать индивидуальный приказ. Подойдите к Кроуди. Ага. Okay, just you guys. I want just you to move to the light. Got it? Во, все. Мы выбрали Роуди и отправили только их. Да, это что-то довольно геморное управление, если честно. Нужно зажимать Е, потом нажимать троечку, чтобы атаковали. Не очень удобно. Но зато работают они просто превосходно. Давайте, ребятки, уничтожайте все. Уничтожайте все и вся. Отлично. О, за мной. Атакуйте их, атакуйте. Где наше соло? Где наше звездное соло уничтожение? Ха-ха, да, оно расплавляет лица. Уничтожает всех. Полетай-ка, монашка. Ну что, вот мы и дошли. Вау. Ой, нам нельзя выходить? I think they know we're coming. Ooh, let's take that down. That would break Lars's heart. And you're hoping to save that pleasure for yourself? They don't trust me. They think I'm a tear drinker. Why do they think that? Because my parents fought in the Black Tear Rebellion. It was a long time ago, but now none of them will ever really trust me. No matter how much I do for our cause. Now, I've told you, you won't trust me either. I trust you. Until they turn you against me. Here. My dad gave me this. He said it belonged to my mother. It's the only thing I have of hers. I trust it to you. No matter what? No matter what. What treachery is this? No one shall kill Lion White this day but I. Да уж точно, забавную там карикатурку нарисовал на верхушке. Итак, нам нужно продолжить нашу атаку. Где у нас Мангус находится? Там? Наверное, там. Да, вот они здесь уже расстреливают. Ничего себе тут сады. Вот это красотень, ребятки. Вот это красотень. Нет, надо эту территорию завоевывать. Это действительно башня удовольствий. Что это вы тут делаете, ребятки? Долбаете машинку? Свою, что ли, собираете? Потеха. Или они катапульту такую делают клевую? Ладно, пойдемте к Мангусу и посмотрим, что дальше будет. What's the hold up? What hold up? I was waiting for you. Dude, you were supposed to set up the stage an hour ago. Lars is really mad. Uh-oh. Hey, what's the hold up? Lars is really mad at you guys. Oh, bravo! Goody! Someone is putting on a puppet show. Honestly, you people embarrass me. I try to show Emperor Diviculus that we humans aren't all dirty, brutish animals. I show him that we can be refined, we can be beautiful, and that we can be profitable. I do it to protect you people from Diviculus. I am the only thing standing between you and him. And what do you give me in return? Grief. The time has come for you to shut the hell up, Lion White. You enslaved your own people for profit, stole from us our dignity and our history. The Titans who came before us left a precious gift in our hands, and you exploited it, cheapened it, sold it out for your own commercial gain. The powerful music of the past, you almost made us forget about it. Almost. Today we shall hear it again. The music of a free people,
From the singing of our blades through your flesh, to the pounding of our fists into your skull. For the honor of Bladehenge, for the freedom of its people, and for the glory of its metal! Да, вот это неплохое начало. Sanctuary of Sin, святилище греха. Давайте атакуем, поможем нашим долботрясикам. Ничего себе, это мы их так раскидали, что ли? Поможем ребяткам. Пока они тут всех не перебили. Пока нам есть еще откуда брать фанов. Нам есть еще откуда брать фанов? Так, ну, вроде один гейзер у нас есть, это хорошо. Нам нужно их забирать. Нужно забирать гейзеры. Так, давайте закажем армию нашу. Ух ты, что это мы можем? Прогрейдить сцену на второй уровень? Вау. Прогрейдим-ка ее. Закажем долботрясов, девчонок. А, на Thunderhawk у нас не хватает еще пока что. Ну ладно. За мной! В атаку! Надо бы найти еще один гейзер. Ну ладно. Интересно, что будет на втором уровне сцены. Так, вот, давайте эту личиночку и захватим. Давайте, ребятки, захватывайте ее. Так, сцену мы прогрейдили. Интересно, кстати, что нам это дало. А мы не можем атаковать, да? Ну-ка. Вот, я же говорю. Они могут атаковать, а мы нет. Довольно глупо. О, мы же можем летать. Ну да, безусловно. Как я мог забыть. Так, хорошо, давайте. Нифига у него тут табло. Так, Head Splitter. Итак, у нас появились катапульты, дорогие друзья. Основанные на... башнях в разломе эти машины созданы на основе башен как раз. И это является как раз таки катапультами. Эдди может управлять с помощью, ну, просто садиться и управлять ими. Так, сколько же они у нас стоят? Можно роуди заказывать, можно заказывать банчеров. Круто. И хедсплиттеров, конечно, они очень дорогие. Давайте закажем Тандерхогов. Парочку. Так, ребятки. Ой-ой-ой-ой, надо помочь. Надо помочь. Надо помочь, пока они всех не перебили. И если что, мы всегда можем свалить. Ой-ой-ой-ой. Сваливаем. Ха-ха. Шикарно. Так. Восстановимся немножечко. О, здесь же у нас эти. О, подлечились. Прекрасно. Так, а теперь, ребятки, атакуйте быстро. О, здесь Lion White поганый. Ах ты сволочь. О, все, давайте сыграем соло. Пока мы здесь, пока Lion White не может у нас ничего отнять. Отлично. Дурацкий Lion White, как ты меня раздражаешь, а? Да ты здоровяк, ё-моё, когда ж ты сдохнешь-то, а? Уж жирный. Жирдяй, а? Ой-ой-ой, надо бы посваливать немножечко. Так, еще нужно заказать отрядиков. Девчонок закажем. А, долботрясов закажем. Да, конечно, сцену мы прогрейдили, это хорошо, но суть еще и в том, что... О, Lion White здесь уже отстроил свою поганую башню. Это засранец, а? Ну, девки, как вы меня достали. Сейчас мы... О, там еще и Thunderhawk вражеский. Ты пакость. Лечит... этих девок. Сейчас мы их закликаем до смерти.
забьем молнией. Кубилайн Вайт наших, конечно, не уничтожил. Вот Андерхог беззащитный. Все. Взрываем. Так, и сваливаем. Прихватим наши отряды, которые у нас уже есть. Еще немного девчонок, долботрясов. Так. Так, стоп. Че я там нажимаю-то? За мной? Да, за мной. О боже мой, они нашу башню еще атакуют. Вообще охренели. О, подождите, это еще кто? И это еще нафиг кто? А, это прислужник этого, да, Викулуса? Все, свободен. Ой, надо накопить как можно больше. Ай, долбанный Lion White. Ой, надо уходить отсюда, пока нас не прикончили. Эй, он ломает нашу будку, вот гад. Вот тебе, вот такой наш ударчик шикарный. Надо бы еще нанять батрясов, девчонок. Давайте уничтожать пока. Нам нужно больше душ, но нету возможности защищать как бы каждую территорию. Они нападают и нападают. Это невозможно. Довольно геморно. Так, отлично. Теперь атакуйте эту башню. А я возьму вот этот отряд. Вызовем Тандерхогов. И девчонок. Так, отлично. Сыграем соло. Слушайте, быстро они ее разрушили. Очень быстро разрушили. Ну, отлично, нам на руку. Только на руку. Главное защищать наши нынешние товары. Уничтожу этого гада. Отлично. Хорошо. Давайте, двигайтесь, ребятки, двигайтесь. Отлично. Пока что у нас все под защитой. Я вызову еще Тандерхогов, долботрясов. Так, вы, ребятки, идите сюда. И атакуйте. Так, пока что нападки на эти башни прекратились. Это хорошо. Это реально хорошо. Сейчас они личинку по-быстрому уничтожат, я думаю. Надо бы мортиры, конечно, бы заказать, но у нас на них, безусловно, денег-то нету. То есть, фанов, безусловно, по 250 фанов на каждую мортиру. Это, конечно, сурово. Но сейчас мы с каждой башни будем насасывать, так что будет все путем. Отлично. Еще больше фанов. Все, теперь стойте здесь посерединке. Я сейчас попризову еще кого-нибудь. Ну-ка. А, почему я не могу вызвать? А, загрузка. А, у нас лимит. Лимита у нас нету. О, прогрейдить на третий уровень. Ну-ка, давайте прогрейдим. Так, и теперь сюда. Хорошо. Так, а какие соло мы можем сыграть? Мы можем собрать соло. А, вот, собрать всю армию есть такое соло. И есть... А, вот, давайте флаг призовем, наверное. Вот, и походу сейчас все войска будут сюда собираться после того, как будут... производиться. Грубо я сказал, безусловно. После того, как они будут выходить отсюда, все будут собираться, видимо, здесь. Так. Мы, конечно, прогрейдили базу, но у нас, видите, загрузка сейчас вон какая.
Давайте вызовем, не знаю, Тандерхога или Роди. Ну, давайте Банчера вызову. И мы пойдем дальше в атаку. Что у нас там еще осталось-то атаковать? Пару башен и все, или одну даже башню. Так, ну и где здоровяк? Давай, здоровячок, где ты там? А, вон он идет. Вот, точно, он собирается прямо у флага. Превосходно. Ну все. Так, вы все отправляетесь за мной, ребятки. И отправляетесь вы прямо вот сюда. Вот, все, давайте, уничтожить ее. Отлично. Хорошо, что нападочки у нас кончились, никто больше не идет, я спокойненько все замутил. Вон вражеские войска где собрались. Ничего. Сейчас они нас атакуют, наверное, после того, как мы будку начнем атаковать. Вон у нас сколько фанов, но у нас, конечно, мало этих слотов для армии. Давайте, уничтожайте скорее эту башню. Скорее уничтожайте, и я вас пошлю на атаку. Вот, теперь атакуйте здесь. Ага, атакуйте их. Давайте я спущусь, помогу им. Немножечко сыграю уничтожающее соло. Вот так. Шикарно. Теперь взлетим. А, здесь пока нельзя вызвать ничего. Ладно, хорошо. Подлечимся немножечко. И будем атаковать уже главные врата. Так, вызовем, наверное... О! Хедсплиттеров вызовем. Сейчас спустимся, я сыграю соло флага. Отлично. Ой, надо бы сваливать, пока нас не уничтожили. Да, слушайте. Сурово нас покоцали. Весьма, вызову девчонок, Тандерхога и Банчера. Уничтожить вас всех! Ну-ка еще раз, Space Melter! Все. Правда, что-то анимация не показалась. Давайте я захвачу пока что. Пока у нас это свободно. Отлично. И последняя у нас захвачена. Так, ну все. Ребятки, собираемся. И куда мы отправляемся? Правильно. Атакуйте! Атакуйте базу, атакуйте главную базу. И мы наконец-то пробиваемся внутрь. Класс. Полностью захватили. Ну, безусловно, так сказать, нападки прекратились, и мы спокойно смогли, как в стратегии, когда у компа кончаются ресурсы. Ё-моё, их всех перестреляли. То есть я знаю, как нужно нам. Вот так. И девчонок. Сейчас ждем, пока они все здесь соберутся у флага. Ну чего вы тут разыгрались-то? Face Melter! Вот так, девчоночки. Потекли вы своими личиками веселыми. Слушайте, ну быстро они перестреляли, безусловно, всех. Нам нужно больше катапульт. Намного больше. Или Роуди. Роуди, кстати, тоже подойдут, реально. Давайте спустимся. А нет, стоп. Здесь охраняем территорию. Так, подождите, катапульта. Вот, отлично, я отправил катапульту, чтобы она атаковала. Вот так, ну-ка. Они издалека, я надеюсь, будут атаковать и не подойдут вблизь. Нет! Ну вы идиоты, что ли? К
Ты поганый Лайон Вайт. Поганый Лайон Вайт. Вот сволочь. Ох, нифига он нас раздолбил. Нас фаны только спасают и возвращают к жизни. Так, ну ладно, раз это не подойдет, давайте вызовем Роуди. Пусть они подойдут в невидимости. И мы спокойненько из невидимости уничтожим. Да, ну что-то, конечно, это жестоко, я вам скажу. Жестоко. Так, ладно, а если я сам сяду? Ну-ка, сейчас сам сяду и буду прицеливаться. О, превосходно. Сейчас мы сами все это атакуем. Ха-ха. Ну что-то я не вижу, чтобы она взрывалась на самом-то деле. Наверх, может? Нет. Вроде все в точности отправляю, куда нужно. Может, оно не долетает? Ой-ой-ой-ой. Блин, башни, вот чё. Вот что, башни. Стоп, назад. Вот так, отлично. Вот что нас разрушало-то, эти долбанные башни. Я-то все думаю, что такое? Надо было просто действительно Роуди собрать, отправить. Ну или катапульты отправить сначала. Отлично. И еще одну. Че, она не долетает, что ли? О, все, сейчас уничтожим. Это, конечно, займет некоторое время. Но ничего. Видите, сколько решений есть проблемы? Ха-ха. Намного больше, чем можно было ожидать. Yes. Ну все, теперь можно слезать наконец-то. Собирать всю нашу армию. И атакуем. Атакуем наконец-то. А чего-то наша катапульта не может атаковать, видимо, ну да, чтобы мы не схитрили, из катапульты просто не вынесли башни. Ну, давайте, ребята, скорее же. Вот, а главные ворота, по-моему, смотрите-ка, по-моему, Роуди сами не идут, то есть они ждут, пока вся армия соберется. Слушайте, ну это неплохо вообще. Такое редко случается. Ух ты, толстяк, а? Yes! Hey, what's the deal? I thought you were committed to this project. Get back inside right now! Now we can finally live in peace. Lion White was only a puppet. He was not our true oppressor. Emperor Deviculus will not let us live in peace. Ever. We can hide from him. No. We are done with that. We will keep marching down the Great Highway until we are at Deviculus's doorstep. And then we will truly end this. Once and for all. Coming to the after party? Got some bad news for you, buddy. Да, что-то Ларс разошелся. Но кто из вас ожидал, что игра закончится на убийстве Лайон Вайта? Хотя я думал его, что не убьют. Странно это все. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гедон. Всем спасибо. И до следующей миссии.